Всем привет, дорогие зрители, с вами канал недвижимости в Турции Paradise Alanya. Мы, как компания-застройщики и агентство недвижимости, продаем в новостройке, в нашем дуплекс-квартиру 3+1. Почти на второй береговой линии от моря района Каркыджак. Здесь находится известный отель Кырбыйык. Тут протекает речка, сейчас она вроде высушилась. Эта территория, где выйдет бананная плантация, принадлежит этому отелю. Так что здесь ничего не построят. Вид полностью на море, также на горы. Вот какой вид из этого дуплекса, двухуровневой квартиры 3+1. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Там у нас известный ресторан с павлинами, многие знают. Также известный пляж Gold City. Вот он, Gold City пляж, покажу. В той стороне пляж Конак. Эко Фэмили еще другое, там еще есть Фэмили Бич. Хорошие пляжи начинаются отсюда, да заканчиваются до сюда. Вот так я вижу своими глазами, дорогие зрители. Все вот так видно с этого этажа. Вид на гору. Вот я так вижу, как вы сейчас видите. Даже лучше вижу. Покажу квартирку. Вся площадь полезная в этой квартире 160 квадратных метров. Тут 25 квадратных метров. Вот такой вид с этой балкона. Это хозяйская спальня. Тут открыли новые рестораны, там пекарня, А101, сеть магазинов, фруктовый, овощной магазин, я вижу. Ну, все в шаговой доступности. В той стороне Migros Jet у нас, 200 метров впереди. 25 квадратных метров только вот эта спальня, скажем, 24. Еще балкончик, терраса, полностью вся вот эта площадь с санузлом вместе, где-то 43-48 квадратных метров между ними. Большой санузел полноценный. Тут ставят керамику. Сторона восточная, южная. Тут прихожая верхнего этажа. Второй санузел полноценный на втором этаже. Большой. И спальня вторая наверху. Здесь квадратных метров 15 как минимум. Я бы туда прошелся, но керамику новую сделаю. Одежду не сорву. Так. Еще один балкончик. Терраска. Спущусь я вниз, обнем печеньем. Здесь мраморные лесенки. Окошко. Тут много площади использованной. Не знаю, почему наш застройщик. Вот здесь еще можно что-то сделать. Можно даже домик для детей как-то вот там сделать. Лесенки поставить. Окошко вроде есть. Изоляцию как бы поставить туда, ну, можно что-то придумать сюда, потому что пустое пространство. Люстру высоко поставить. Так, здесь вентиляция, блин. Спускаемся вниз. Один полноценный самоузел также на нижнем этаже.
Или нет, кажется, он душевой. Там унитаз, здесь раковина. Здесь душевой кабинки не будет. А если хотите, можем заранее сказать, что переделали. Так, это прихожая. Вот как бы здесь лифт. Есть генератор и лифт. Другой инфраструктуры никакой нету. Так как море в шаговой доступности. Даже бассейн не установили. Третья спальня, тоже как минимум 14 квадратных метров. Мастера здесь обедают, ужинают. Вид. Здесь, конечно, вид до 5 этажей закроется, а вот здесь все останется. Но там тоже закроется. Здесь будет бассейн. Здесь у вас вид не закроется. Так, дорога мало используется, не постоянно используется, потому что в той стороне первая береговая линия. Большая гостиная комната почти с отдельной кухней. Высокий потолок, 208 сантиметров где-то. Вот здесь будет кухня. Тут только 15 квадратных метров кухни. Но если установят уже кухню, останется где-то 8-10 квадратных метров использованной площади. До моря отсюда максимум 210-220 метров. Здесь есть еще дорожка, которая проходит к тому мосту, и оттуда спускаетесь к пляжу Gold City. Видите объявление? Вот. А также можно с той стороны обойти и пройти к морю. Дорогие зрители, цена... Цена этой квартиры 245 тысяч евро. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Я сейчас спускаюсь вниз, покажу фасад здания. Итак, проект будет готов максимум через 2-3 месяца. Это максимально. Так как уже почти все готово, осталось внутреннюю отделку покрасить и все. Может быть, месяц, я точно не спросил. Но знаю, что так как нету инфраструктуры, здесь закончат за один месяц. Покажу, вот лифт сюда установят. Или уже установили ли. Пока лифт не установили. Вот фасад здания, дорогие зрители. Здесь будет коммерческая недвижимость. Это будет территория, то, что есть. Вот. И поставят генератор, может быть, беседку поставят. Все, всем пока-пока.